принцип у меня такой: не навредить, и если можно помочь, и пытаться не отказывать людям в помощи, в просьбах, которые они обычно просят журналистов. Часто СМИ в погоне за жареными фактами, за сенсацией, они печатают непроверенную информацию или одностороннюю информацию. Поэтому у людей это вызывает недоверие и раздражение, обиды. Надо сейчас это возродить, доверие, и чтобы люди в будущем и сейчас, сегодня, доверяли как можно больше средствам массовой информации. Быть журналистом, я думаю, это всегда быть в курсе всех проблем, которые есть в нашей стране и вообще в нашем регионе Центральной Азии, ну и вообще в мире. Вот, это быть журналистом – это всегда готовность в любое время суток ответить на любой вопрос, начиная от там глобального потепления и заканчивая, когда будет отопление в Бишкеке. Я хотела бы окунуться в атмосферу 19 века, посетить знаменитые театры мира, побывать на премьерах самых знаменитых опер. Я бы хотела взять интервью у лидеров стран СНГ со всеми президентами. Мне кажется, это получилось бы очень интересное интервью. Начинающим журналистам я бы посоветовала все время быть в поисках интересных, неизбитых тем, оригинальных, неординарных, и тогда профессия вас вознаградит. У вас появится свой читатель.